Мало. Что-то у нас, по-моему, не густо как-то народу. Так, в общем, фишка в том, чтобы весь флот держался около меня и ехал за мной паровозиком. Ясно, да? То есть для интеров эта команда не касается. То есть по умолчанию, блядь, почему на месте стоите? Кто отстает? Эта команда не касается никогда бомбардировщиков, да? И эта команда никогда не касается интеров. А если интеры находятся рядом с флотом, интеры по умолчанию делают свечку. Это оттопить от всей группы флота на 150 километров плюс, чтобы весь флот мог наварпываться. Вот. И как бы следите за скоростью, следите за капами. То есть если вы видите, что я натапливаю, то вы тоже, соответственно, включаете МВД. Но, в принципе, если будет такая боевая ситуация, когда это нужно будет делать, я буду говорить, включили МВД или выключили МВД. Но, в принципе, возможно, это не понадобится. Вот. Но фишка в том, чтобы не отставали. То есть каркали, а 23 километра от меня находится почему-то инвалидные. Сейчас мы посмотрим, кто как-то может выполнять команду или не может. А задача бобра, значит, будет примерно следующая. А это стоять глазами. Да? Ну, вас, ну, к сожалению, как бы добивать там кого-нибудь или выводить флот. Вот, то есть у бобров задача довольно сегодня такая серьезная, так скажем. Так, сейчас посмотрю, кто где находится, и полетим члены флота. Потому что, я так понял, во флот добавились, но как бы народу я вижу не густо. Ну да, серьезно. Нет, недопустимо. В принципе, что у нас делают гифины во флоте двое, то есть мне тоже не очень понятно. В принципе, поскольку мало народу, можно это как бы стерпеть, наверное. А этой вилок у нас нету, что ли, ни одной? Вилочек нету? Вилок нет во флоте. Это электронный кораблик матарский. Вот если кто-то может там с гифинов, с каких-нибудь сраных пересесть с целой толпы, то есть их вообще не было во флоте. Если кто-то может на вилке пересесть, то будет замечательно вообще. Сейчас выберу. У нас есть два Кериса, Гриффин. Два Гриффина. Ну, они вот меня не очень устраивают. Пересесть на вилке. Это электронщик матарский. И сейчас будем кикать с флота потихонечку. Сейчас добавлю еще из кадра. Подожди. Да, я пригласил. То есть задача интеров делать свечки. То есть
одного интера, ну, ты слишком близко. Интер, сделайте свечку. То есть мы сейчас пытаемся смоделировать боевую ситуацию. То есть флот движется в группе, да, все идут за флоткомом, паровозиком. Мы как бы отстреливаем цели. Задача электронщиков подсветковывать, да, цели, если налетают мелочь какая-то и так далее. Подсветковывать и уничтожать, как бы, по праймере. Ясно, да? Задача бобров — выводить флот, смотреть глазами и так далее. У интеров в этой ситуации, поскольку два их, ну, например, один где-нибудь там держит кого-то, может держать, другой делает свечку, чтобы мы на него варпали. Кроу, интер, слышишь меня? Слышу, слышу. Сделаю эту свечку, если надо будет. Давай уже что-то решай. Ну сейчас мы все собираемся, пока. Я уже оттопил, если ты не заметил. Пока собираемся. Видишь, во флоте полно народу, да? А как бы рядом собралось мало. А в какой-то половина. Мы, в принципе, можем улететь и оставить треть флота. Мы можем чуть подождать, как бы. Ну ладно, короче, полетели. В общем, поняли примерно принцип, да? Сейчас будет деск, и полетим. Так, Дест, брат, касти, внимание. Все-таки надо кого-то покикнуть для флота. Секунду. На гиену пересаживаться? Да, конечно. У нас ни одной нету вообще. Всем привет. Здорово. Пересядьте кто-нибудь на гиенку. Хотя бы, чтобы 1-2 было. И отпишитесь тогда. Сейчас левых покикают, кто отстает. Потому что люди могут как бы добавиться, да, во флот и просто докладывать, где мы находимся. А это нам не очень нужно. Ну, бывает там, ну, бывает такое. В ЕЦ что, уже рубятся? Ну, сейчас мы кикаем, как бы. Я кикаю сейчас. Блин, лечу 15 прыгов, пару прыгов остался, ты меня кикаешь. В ЕЦ кто-нибудь заходил? Из ЕЦ просто легион без шелда только что вышел. Я вижу, тут стоит Деймос и Дон и Хак еще, но они давно стоят. Ну да, да, сейчас кикаю с флота. А легион побитый. Кикаю с флота. Ну, че... Так, это кто сказал? Это Крекер или кто? Это не Крекер сказал. Кто? Ну это поставь точку сейчас. Легче стало? Угу, все, я понял. Ну просто чтобы не видеть, с кем говорить. Просто один человек. Один. Уже не поможет. Сначала залезит флот сюда. Я был флот и полетит, точка сбора. Ну блин, 35 минут уже. Что 35 минут? Так полетели, что 35 минут? Ага.
Алайним тебя. Ну да. Надо было сначала спросить, может ли, знает ли кто-нибудь, что такое Align Approach. Если не знает, тогда рассказал. Я думаю, это вообще... Которые летят, это глупо, по факту. Да вот, я лечу 10 прыгов, мне 2 осталось, меня кикают. С учетом того, что из серии, как это, Гриффины не нужны во флоте, ну, ты глубоко ошибаешься, они лучше, чем Виктор. Я вполне в состоянии сам догнать, если что. Ладно, пацаны, короче. Давайте воевать. Да, да, сейчас полетим. Легион, кстати, ракетный. А ты чё интро-то кикнул? Да, у кого? Все собираемся в систему Тарина. С командой в ЕЦ заходить не было. Да я на интре, товарищ. Я тебе скаучу систему впереди. Тебе чё, лишние два интро? Один лишний, что ли? Ну ладно, давай мы сделаем так. Давай ты вернешься в Тарин сейчас. Давай, я никуда не буду возвращаться. Давай ты подожди. Ну послушай, пожалуйста, уже не перебивай, ладно? Все-таки, ну не ты сейчас предком. Вот, давай ты будешь, как бы, вернешься в Таринос и будешь слушать команду предкому, ладно? То есть, как бы, ну это не совсем правильно. То есть заходить в систему, в которую не было команды заходить. Не будешь возвращаться? Ну, все тогда, ладно. Или будешь, или пригласить назад. Кордилайн, возвращайся. Пригласить назад или нет? Сегодня, значит, ну, я такой довольно нетолерантный человек, да, вот, и как бы будут кики с флота, и будут, значит, ну, такие меры применяться, потому что иначе нельзя по-другому. Ну что, возвращаешься, нет? Алло. Да нет, дружище, нет что-то желания с тобой летать. Все, давай, пока. Ну ты, блядь, ничего себе, проходит систему без команды, пока собирается флот. Ну что это за бред? И ты удивляешься, почему тебя кикнули. Я сказал, что я буду сейчас кикать всех, кто не в системе. Понимаешь? Так интеры всегда впереди. Я первый раз, что ли, летишь? Причем тут, блядь, ты... Причем тут первый раз? Причем тут первый раз, а не первый раз? Да ладно, все, успокойся. Была определенная команда. Откуда я, блядь, знаю? Ты какой-то левый чувак, я не знаю, ты не из моей карпы. Может быть, ты из вражеского флота, который в ЕЦ стоит. Если понимаешь? Б ты полетал уже года два, ты бы знал уже хоть что-нибудь, понимаешь? Давай лететь уже куда-нибудь, хватит кикать. Да, что-то вылет у нас как-то неудачно начинается, по-моему. Ну ладно, хорошо. Интер заходит в ЕЦ без бродкастя. Подберите, пожалуйста, я в системе. Ну, еще раз поставь точку схватки. Просто какие-то неадекватные, значит, советчики, да, которые там не могут простые вещи исполнить, дают еще советы какие-то. Ты поставь в схватку точку. Чек. На инсте Брутикс и Malediction. Брутикс в инсте Malediction 60. Все забублено. В отлично. Системе отлично. 8 сколько тел. Локал? Сколько локал? 8 все. Тел на постоянных счетах, и все. В схватке точечку, пожалуйста, кого подобрать. Быстрее. Разгон на ЕЦ. На ЕЦ разгон дан. Брутиксу наживку по возможности. Заходим, и команда будет варпаем на гейт. Варпаем на гейт ЕЦ на желтый. Хватай как бы там, да? Хватай. Ну чё хватать, он провалится. Ему надо наживка. Сейчас. Ну, хватай, даже... может он на тебя сагрится. Ну, блядь. Ну, я ж смотрю, сагрится. Слушайте команды, пацаны. Ну, вечер толерантности закончился. Слушайте команды, и все будет нормально. Мы вчера летали замечательно, ну, в тот раз, по крайней мере. Не ругай народ, распугаешься. Убили кучу народу. То есть, слушай, я знаю, что... Ладно, я понял. Агрит он тебя, нет? Нет, я бы кричал уже во все горло. Все, отлично. Здесь еще Crow и Malediction, я ж поэтому... Ладно, короче, понятно. Угу. Никто не агрится. Все, делай свечку нам.
делай свечку нам, топи. Как сделаешь свечку, говори. СС синий, делай свечку, быстрее топи. Топи, 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 делай свечку. Как заходим, апроч А00. Как заходим, апроч А00. Как сделаешь свечку, говори. Заходим. Заходим, включаем МВД, апроч А00. Включаем модули там и так далее. Так, все прошли, да? Апроч А00. Слочи или брутик? Брутикс бьем, нет? Бьем, бьем, бьем. Все бьем, бьем одновременно, чтобы не провалился. Угу. Ну ничего страшного. Сварпоинт на свечку. Да ничего страшного, он как бы это на это расчет был. Что мало ли он там просто упочит и мы его заальфуем. Сварпоинт на свечку, все. Лучше, чтобы флот был поменьше, но чтобы были более-менее адекватные люди. Так, ну сейчас все вроде хорошо делают. Смотрю. Вытопили из углей. Вытопили. Ничего страшного. Так, скаут, значит, проходит дальше. Скаут проходит дальше, разгон на его. Интер делает свечку еще одну, на всякий случай. А, блять, у нас же один интер. Фу ты. Ну ладно. Свечку здесь же, вот это Ринос. А у нас сколько интеров? Поставь точку, еще есть интеры, кроме СС? Там был еще один. Поставь точку, пожалуйста. Да, да, свечка всегда делается возле ганга. Но топили все на 0-0. Его не забублен. Ничего страшного. Всегда так. Вот тебе еще одну свечку. Нет, нет, это интер должен делать. Не надо. Крокали всегда прочь. Прочь А00. И интер докладывает, что в его находится. Если есть еще один интер, это было бы очень хорошо. Ага. Добавляем watchlist интера. Что там в Что там в следующей системе есть, что нет? Я делаю свечку. Или не надо было на следующий век? Варпаем на ЕВОК. Варпаем на ЕВОК. Какой человек, где купил перса? Ты о чем говоришь? А сабры у нас, значит, тоже нет, к сожалению, да? Евок, локал один. Подскана нет. Ничего страшного. Все сварпываемся. Евок. Интер варпает дальше. Все на гаечку евок. Права печатах. Ничего страшного. Все заходим в ЕВОК. Варпаем на ОН. ОН локал один, здесь тот же читах. Кант.
ЛТ локал 0. Извините, я на интере могу вам успеть догнать? Я сейчас старина себе. Да, интер нужен, да. Пожалуйста, да. Возьмите во флот. Куда мне, в схватку или в... Да. Я сейчас точкану, секунду. Да, давай. Еще одна интера. Давайте, в XM пока не буду проходить. Надеюсь, если ты... Сварпайся. Киньте флот, пожалуйста. Сварпайся на ЕВОК. Сейчас. Сварпайся на гайку на ЕВОК. И там глазами стой, жди, смотри. Мы сейчас кого-нибудь поймаем, будет проходить. А, подождите, слушайте, а вы кемпите в Евоке? Нет, мы просто летим, мы пока не кемпим, может будем. А я 0. Просто, извините за флот, я Бандерлок, у меня рядом там коалиция, я могу с вами, но только при условии, у меня там профессоров много будет. Твои проблемы, короче. Е0, я за одну систему от тебя, поэтому возвращаюсь. Да, пошел на гайку. В XM я еще не заходил. Тихо, не говорим, говорят интеры. Нас не интересует ваша коалиция там и так далее. Ну извините, я просто говорил все. Керис, я Вульф, пройди в гайку и втопи назад. И докладывай, что на дикте стоит. Я мало. Сейчас интер подождем. Да я уже рядом. До X7 ничего нет, пустые системы. Если ты ждешь, то только с импы. Да не, я имею в виду этот. Сейчас долетит интер. Интер как долетит. Да он пусть летит. Я уже в гайку прохожу, есть. Он здесь рядом совсем. Нам просто нужны одного интер мало реально. Одного интера реально мало. То есть, а другой интер был неадекват, как бы полный. Правильно, что его кикнули. Извините, я уже в ЕС и интер, а над гайкой стою. Сварпывайся. Death Broadcast, кстати. Death Broadcast. Лети. Ну, нормальный. Может, он нормальный, но он неадекватный. Он не выполняет эти... Ну, что говорит флитком? Все, иду в X70. Сейчас мне нужно минуты 3. То есть не выполняет команды, я смотрю, блядь, человек в ЕЦ, кто это такой, что он там делает и так далее. Мы здесь учимся, это вообще-то такой более-менее учебный вылет, да, там, как опрочиться, там, какие команды и так далее. То есть человек находится в нулях, где находятся противники. Создает лишнее палево в том числе. Давай, сварпывайся. Ты умеешь делать эти свечки? Знаешь, у меня тут пропученные системы. Вы скажите, у меня в чат пишут, что в X70 надо идти. Тут Дест сказали, что я чуть-чуть запутался. Вот, Дест бросать. Дест бросать. Ты свечку умеешь делать? Да. Знаешь, да, вот около Ганга находишься, 150 километров отапливаешь, в случае чего мы на тебя варпаем. Так, да? Да. Иду в его куда. Все, хорошо. Все, и добавьте его в watchlist обязательно. Кого его покажите? А, ну вот. Вот интер. Он точкануться должен. Сейчас мы дождемся. Там он совсем чуть-чуть летит. На той стороне гайки есть кто? Нет. На гайке, системе там, да, нету. Жалко, конечно, что нет сабры, дикторов. Кредитора. Да. То есть в тот раз мы отлетали вообще замечательно. Так, цели были, не теряли никого. Мужики, да? Вы да? Ради все, бога. Так, поставили ЕВОК, я в ЕВОКе, куда мне все, дальше? Все, варпай на флот. Куда? Как? Дес Браткаст, ты знаешь, где Браткаст находится? Да, знаю, X70, могу в X70 пойти. Все, проложи. В X7 не надо идти, мастер-ломастер. Я на флот. Меньше слов, пожалуйста. Да. Варпаешь на флот, все, и идешь с флотом рядом. Окей. Ты в случае чего делаешь свечку. Ну или там слушаешь команды, как бы. Все, проходим.
Интер уже может дальше идти. ВЛТ. На гайке ВЛТ на меня согрелся кроу. Топи назад. Не, могу топить, если кто хочет быстро подойти. Все, проходим, проходим, проходим во флот, топи назад. Ничего страшного, топи назад, топи назад. Да я знаю, что делать. Да, хорошо. Разгон на хорошо, ЛТ. Ладно. На ЛТ разгон. Топи назад. И пройди. Флот варпает на ЛТ. Варпаем на ЛТ. Ты прошел назад, да? Я в ЛТ. Угу. Ну все, давай, лови его. Если он еще, конечно, не ушел. Конечно, он ушел. Ничего страшного. Просто очень-очень аккуратно нужно сейчас действовать, потому что интеров у нас дефицит, к сожалению. Проходи дальше. Лети до X7 системы в скауте. С интерами очень дефицит, так что очень аккуратно себя ведите, пожалуйста, ребята, кто на интерах. Попусту не рискуйте. Особенно от всяких кроу там и так далее, потому что это может быть как бы скаут, и там на вас тоже может наварпать еще десяток таких же кроу. То есть это будет совсем печально. Проходим в систему, разгон на X7. Сейчас будет новый дед. X7, подскана нет, 35 локов. У нас 5ZX сейчас будет, там большой флот. Откуда? Никто не успел, да, залочить, к сожалению. Варпаем на X7. Чё там локал еще раз? 35, появился Протеус на подскане. Ничего себе. Гайки прижмись. На ближнем. ЛТ. ЛТ гайки. Пришел на гайку. Угу. Один? На дальнем нет никого? Да, один на дальнем никого. Отлично. Пробуем ловить против меня. Иди клочить. Прошел. Угу. Я за ловим против меня. Проходи, пробуй деклочить. Наверняка ковр от блока. Подогрелись. Достали дронов. Не забываем про дронов. Очень. Диклок это он, допустим, появляется, да, в каком-то месте определенном. И резко натапливаем там интеров или дронелик в идеале. Ну понятно. Противень бывает, ну, противень довольно легко деклопнуть, если он как бы там он тоже нарморный там, и так далее. Ну ладно, это задача такая для опытных интеров. Свой проход. Угу. Интер скаут сейчас дальше. Сейчас будет дед. Сенсор бустер никто не взял без бродкастя. Сенсор-бустерный фрик не взял никто, да? У меня сенсор-бустерный интер. У меня тоже. С накачкой? Или сами для себя стараетесь? Нет, то он имеет в виду просто сенсор-бустер ставил на интер. Ну, там в фите был кораблик. Ну ладно, я понял, короче, нету. Без бродкастя. Докладывайте, что там дальше, интера улетайте. Где я? Оба интера улетаете. Что я сейчас в своем секур-канале спрошу секунду, что там 5Z? Не надо спрашивать в своем секур-канале ничего. Нас нету здесь. Ладно, хорошо, извините. Короче, в 5Z кемп гуннов. Ты можешь просто смотреть что-то, да, там и сказать. То есть не надо ничего спрашивать. Не бойтесь, и вам, и нам, и минусам. Угу. Заходим в R6. Какой...
Интересует, какой кемп. Варпайм R6 и заходим туда. Интересует состав флота. Если можно, скриншот. Секунду. Возможно, мы заруим с кем. Если хотя бы было у нас побольше народа, да? Как в тот раз, мы бы сейчас их зарешали. JE локал 4. Так даже, нет. Даже логистов нету. Ни логистов, ни бублей. Проходим в R6. Самое. В ЖЕ Джексон Херинг Гун – это глаза, которые будут смотреть 5Z. Угу. В ЖЕ что там еще раз? Разгон на ЖЕ все? В локале тип, который глазками стоит. И все, больше никого? Нет, еще 3. Угу. Ломастер, ты знаешь точно, где они? Куда варп, пошел? Варпайм на GE. Я иду в 5Z, сейчас посмотрю, секунду. На GE варпаем, флот варпает на GE. Не перебивайте ФК. Да. А Шима на нуле в GE прошла. Все, варпаем на GE, уже должны быть варпы и все. И перехватываем, соответственно. Прошла из R6, я так понимаю. Ага, да-да. Состав. Надо было сразу сказать. Домики. Тихо. Короче, тихо. Все понял. Можно просто сказать, что до хера не справимся. И можно сказать, где. А у станции, станция Мордосовская 5Z. Да, это понятно. Потише. На входе уже я не вижу никого. Меня можно мастер варпать, у меня на буке. Да, я не тебе говорю, а основному флоту, который видел, кто там проходил. У нас цифры в локале. Ну и где ошибка? Где ошибка? В R6 он проходил, да? Или в GE? Я так понял, он проходил из R6 в GE, но на подсказке. Да, он уже ушел давно, наверное. Конечно, ушел. Подберите. Заходим в GE. 8 армаг, 2 домика, архон. Короче, они с бублями на станке стоят. Да, это я понял. Стоят. Они всегда так делают. Цифера подобрали? Сейчас. Все втопили в гейт. Все прошли в GE, втопили в гейт и готовьтесь варпать на 0-0, у нас плотин будет. Берем кого-нибудь. Вот, станция в бублях, будет. Если сейчас варпанете на станцию, попадете обязательно в бубли. Все знаем. Ломастер, ты что, шутишь или что? Извините. Все знаем. Может его там утонуть? Нет, он не нарушает, он как бы не противоречит законодательству. Сварпываемся на 0-0, варпаем на 0-0 на споте. И разгон на желтый гейт, 5ZX. Покажите фиты, пожалуйста, интеры. Сенсор бустерные. Мне надо дальность лока закрывать, поэтому сенсор бустер. Жесть, конечно. Просто я планировал чужих интеров перехватывать. Прилети гайки GE и постой там интером. Гайки GE, прийти, постой интерн. Куда варпать подсветил, бродкаст.
это будет планета. Если что, в истории флота, открываем историю флота, там будет цели праймари и куда как бы там разгон и так далее. Прямо оттуда можете нажимать. Что там на гайке? 5 за X. GEGK, проходит Тенгу. Тенгу, давайте все, больше нету, она пустая вообще, не бубринчит. Варпаем 5 за X, 5 за X варпаем. Тенгу все равно мы не деклопнем. Она уже отварпала. Мы все равно не деклопнем. Пробочки напускаем. Значит, один интер пройди. Значит, один интер встань в системе 5ZX на гайке GE, да, остается. Все подперли, флот подпер гайку 5ZX, другой интер идет, например, интер SS идет в 8S, да, и говорит, что там за обстановка. Угу. Глазами стойте на гайке. Ломастер стоит на гайке, да. И под скан проверяй, чтобы там нас не пришли убивать. Может, кто зайдет покрабить, убьем. Восемь из локал один. Никого нет, да? Проходим. Сейчас аномальку проверю. 5 за X проходим всем. Проходим 5 за X, варпаем на 8C. Тенгу на подскане, может быть. Сейчас. Слушай, таран, не убивайте, пожалуйста, а? Это что такое, блядь? Извините, простите. Варпаем на 8S. Но мы бы ее не убили все равно. Варпаем на 8. А это что такое было? Почему не убивать, пожалуйста, и что это вообще? Варпаем на 8S. Команда была. Короче, ситуация здесь несколько альянсов и несколько корпусов. Здесь NPC с танка. Соответственно, есть минуса, как всем общим, и они могут быть нашими союзниками в убиении ебаных гунов. Но также есть и плюсы мне. И поэтому... Нас это не интересует. Давай без лишних слов. Ты как бы делаешь. Нашего флота нет плюсов. Да. И как бы, если это твой плюс, не надо стрелять. Не надо давать указания, что нам делать. Так, все 8S, проходим 8S. Проходим 8S и втапливаем назад в гаечку. Убили непись. Достали дронов, интер пройди в 5ZX и стой глазами. Интер, стой глазами в 5ZX. Бубли взяли с собой? Так, следующая система по трубе D7, она пустая, так что... Какая D7? Интер встал на гайку 8S в системе 5ZX. Встал, стою. Все. Другой интер заходит 8C и стоит вместе с флотом. Окей. Мы сейчас здесь кого-нибудь попробуем половить. Попробуем. Отпишитесь, у кого бубли. Вижу одного. Только один человек взял бубли. Один человек только взял бубли. Видимо, да. Там скилл в двойку на ланчуринг.
Там такой кемп стоит. Мы его не вынесем без логистов. Мы такой кемп без логистов не вынесем. А у вас есть один логист? Ну, один это мало. Разнесутся. Там такая херня стоит. И у них кара еще на готове. Вообще инфа 100%. И кара там вторым окном, если не две. Так, ну здесь крабинг как бы испорчен, да, Лунов? Так, стоим, подождем кого-нибудь. Действительно. Значит, они здесь, гуны, устроили непроходимый кемп, да, вам? И вы не можете крабить. И у нас поэтому нету цели здесь. Сейфер, ягу поймал. Где? То есть система? Я еще не поймал, значит, обязательно свечки на станции. А, кстати, добавьте обязательно в watchlist. Вот его. Она расхотела. У станции не надо драться. Там у них очень дальние поинты, там у них противень стоит 100%. Поймают, зажопят. У них локи как бы с дальними сетками, противень с дальними поинтами. Сейчас мы в другое место летим. Здесь нам таким составом нечего ловить. А маршрут менее безопасный. А нет, хотя нет. Что там, никто не проходит? Все чисто? Чисто, подскан чист. Да, глушь. Чиж да гладь. Тут раз. Так 70 еще триумвиратов полно, но там они сильные. А если я тебе вынос, а она клочная? Так, сейчас Дэд будет в откасте новый. Один бубль, это, конечно, очень плохо. Так, Дэд в браткасте у всех, да, приложили. Собираем дронов. Разгон на D7. Есть электроника. А я тингу поймал. Где? 5Z. Сейчас ворпнул 5 сек. Проходим. Где? Не у станки случайно? На свечке. Не в бублях все. Не у станции? Свечка у станции. На кого ворп? На Сифера. Ну давай, ладно. Давайте быстрее. Давай. Варпаем. Сифер, подхожу. Варпаем на Сифера. Дронов не забываем. Все проходим, варпаем на Сифера. Во флит чатике.
и готовимся опрочить А00. Тингу держу. Тонга в джаме. Поддержал. Скани, конечно, жесть. Тингу ловите. Лол. Не наварпывается никто там. Стилетку хоть похотите рядом. Праймер, стилетка. Чё, она разводная стабованная, да, походу, была? Разгон... Разгон в браткасте. Разгон в браткасте. Тенги нету никакой, да? Разгон в браткасте. Но варпал. Разгон в браткасте. Готовимся отварпать, в случае чего. Там капсула в мобилке застряла, цептора. Если вдруг что. Ничего, ничего. Там армак сколько? Вы что, шутите, что ли? Разнесут в клочья вообще. Туда не вздумайте подходить ни интерами, никому. Здесь у противень с дальними сетками стоит. И куча армак с домиками. Просто растерзают в центре. А если к ним вкус? Растерзают. Докнутся в случае чего. Они могут наврек на нас наварпать запросто. Варпаем, а варпаем по браткасту. Варпаем по браткасту. Тихо, но я не успел ее залочить даже. Подошел, она ушла. Привет. Комбаты в локале. Разгон на 2Т, ничего страшного, они здесь так и будут. Разгон на 2Т. Интеры проходят туда. Разгон вытопили из этой структурки страны. Держимся в разгоне. Может кто-нибудь за нами полетит. Хрен его знает. Интеры, идите туда дальше. Там за... Там, 3 прыга держитесь, 2 прыга. Идем, идем. И докладывайте, что там. Что там в грядущем. 2Т, 1 локал. Варпаем на 2Т. Варпаем на 2Т. А кто стельку-то убил? Покажите скилл. Мужики. Помогите мне переслить, а то агрит зараза. Так интер же проходит, как она тебя агрит? Флот проходит за 2Т. 3 нейтрала, ДП, локал. Ты не стой, как тебя непись сливает. Не стой, проходим, флот проходит за 2Т. Флот проходит, в ДП варпаем. И ты чистый. Угу. Вот такой, кстати, залов тенги был очень, как бы, такой, ну, очень, очень, короче, рискованный такой. Мне на подскане тарань вроде не наша, вроде еще это, но... У нас сенсор бустеров нет, никто не взял сенсор бустерные. Никто не взял Т1 с фрик сенсор. Я пошел в 4 АБС тогда. Мы могли бы перехватывать сейчас тараньки с ним, но мы не можем, у нас даже бублей нет. Проходим в ДП. 4 АБЦ, 1 нейтрал. Пробуйте ловить, если там что-нибудь будет попадаться. На подскане мобилы, на гите их не вижу. Они могут быть на посе, где угодно. Сейчас посмотрю, я в GC в варпы уже подхожу. Варпаем на следующие 4А. Варпаем, не проходим. Там рядом с гейтом тарань. Ну, если хотите, я не знаю, что с ним будем делать.
Так, у меня гун прошел, он сейчас пока в клоке, я не вижу кто. Сейчас посмотрим. Какая система у тебя? 4 ABC. Угу. На каком гите? GC, но я не могу понять, я только пробуй сейчас... Пробуй ловить. Да, мы одновременно приварпали, я не вижу кто. Че, еще раз? Я не вижу кто, я так понимаю, что он прошел внутрь гейта с той стороны, я пока не вижу кто. Может, ложная тревога, подождите. Нет его, на подскане крова свой. Ну, короче... Подошел гун минус. Это или за нами пошли? Даджи бред борт. Давай без комментариев вот этих. Извините. Просто докладывай, что там, что видишь, что происходит. И все. Не надо предположения. JC локал 8. Подскана нет. Заходим. 4 станка есть. И варпаем на GC. Как плохо, что нет сабры там. GC в проварпе, мелочь. В инсте еретик. Это в двух кроях от вас. Ломастер, что собираешься делать? Мне плюс, это все мне плюса. Я могу только наблюдать за ними, но не... Будешь свечку делать, как бы. Хорошо. Они на меня согрелись. Я не могу их бить. Как бы он, блядь, нет, не шпионил тут за нами. Плюса я смотрю. Я не шпионю, блядь, я с вами лечу. Все, заткнись. Алло, ФК, плюс один цептак. Я линканул по флот. Догнал вас. Так, встаньте там на гайке, что там докладывать? Подходите на эту гайку, меня тут хотят ловить. Сколько там народ, докладывай. Еретик и Цептор. Проходим. Держу гейси. Еретика, у него только что была агра. Проходим в гейт. Есть агра с еретика. Подходите на гайку G95 в JC. Варпаем G95. Если можно побыстрее. Со стороны G95 самой системы у вас еще стоит этот Арис. Тихо. Он стоит, потому что была агра на меня, я уже это говорил. Пацаны, вы когда кого-то ловите или где-то находитесь, вы докладываете систему. Я конкретно все докладываю. Давай. Все. Летим. Убиваем. Логист цифр просит меня. Не надо. Мелочь Гита ушла, ломастер. Нет, стоит. Мы даже Арис стоит, ждет вас. Он на месте. Прошел к вам. Это Арис, которого ты попросил не убивать, и он как-то подозрительно, блядь, ходит за нашим флотом. Я вам сообщаю все, что вы от меня хотите. Там, убиваем. Не заучится. Не успеем. Значит, докладывайте в G95, что происходит. Да стянулись. Пусто гейту, здесь, никого нету. Гейту все стянулись. Я пошел в Раир. Все проходим в 95. 95 проходим. В разгон на следующий гейт на желтый. Интера идут дальше. По десту. Пробуем убить. Раир, локал, 5 человек, для вас 5 нейтралов, короче. Варпаем на следующий гейт. В Оир. Подскан чист, бублей нет, ничего нету здесь.
Смотри аномальки, попробуй там посмотреть в рейке. Может быть, крабит кто-то. У меня здесь плюса, я вам сообщаю честно все, но им тоже не говорю, но я их ловить не могу. Ну просто скажи, на какой аномальке другой наварпаете интер. Проходите другими интерами тогда, смотрите. Да, интера другие смотрите. Интера другие. Ничего себе, у тебя какие плюса. Ну, куда-то. Мужики, чё Хелиус, могу... Хелиус. Так, давайте интера ищите, ищите там цели. Там станки есть? Да, две станки здесь. Ищите цели, посмотрите, на подскане есть там кто, нет? Что нет, вы? На подскане никого. Реков тоже нету. Ладно, не крабовая, да, система. Ну, проходим тогда. Идите дальше, там за 2-3 там системы держитесь от флота. Иду дальше. У меня тут... Во, вот здесь вот как раз гун один. Подскан чист. Здесь имеется C8, CHY. Варпаем на следующий C8. Варпаем на C8. Вот тут уже варпаем. Не вздумайте, не ВД, не вздумайте включить. Нужно просто отварпать. Все должны успеть. Танка, одна бомба, ничего страшного. Ни о чем вообще.